Состояние полицейского, получившего 5 огнестрельных ранений в перестрелке на Новосельского, тяжелое, но стабильное. Об этом сообщили в городском департаменте здравоохранения. Многочасовая операция, мультидисциплинарная команда позволила спасти жизнь этому больному. Состояние остается тяжелым, но стабильным. Больной в сознании, доступен контакту. Сотрудника муниципальной охраны с ранением кисти руки прооперировали. Он пока остается на амбулаторном лечении. Второй полицейский с ранением мягких тканей бедра находится в университетской клинике. Угрозы для жизни нет.